Вот чем хорошего бизнеса, так это тем, что из всего умеет сделать шоу. Чуть меньше года назад Борис Моисеев оказался на больничной койке. Диагноз врачей звучал как приговор – инсульт. Поклонники уже не надеялись увидеть звезду на сцене. Но назло врагам Моисеев вернулся. Вот только не все обрадовались триумфальному камбэку. Вот она, фирменная улыбка Бориса Моисеева. Поклонники привыкли, что именно с нее он начинает все свои выступления, даже после тяжелой болезни. Продюсеры Евгения Фридленда и Бориса Моисеева связывают 13 лет сотрудничества. И пусть их творческий тандем развалился несколько лет назад, Фридленд по-прежнему переживает за своего экс-подопечного. Ему хотелось все больше и больше, больше сцены, больше денег, больше песен. И немножко наши, скажем так, взгляды на ту работу, которая должна проводиться, немножко не совпадали. Сидя в своей московской квартире, в единственный свободный от концертов день, Борис действительно выглядит усталым. Да и богатырским его здоровье не назовешь. Представить, как он выступает, можно с очень большим трудом. Однако... Алла Борисовна аплодирует стоя. Самому ли выступлению или мужеству – непонятно. Но после такого начинаешь невольно задумываться. То ли современная медицина зашла так далеко, то ли и вовсе Моисеев продал душу дьяволу. Я с большим успехом выступаю. Выступаю ровно на 10. 10 – это в позиции «есть хорошо». 10 – это лучшее. Больше 30 дней Моисеев провел на больничной койке. Еще несколько месяцев длилась тяжелейшая реабилитация. Я смотрел все последние выступления. Я думаю, что на самом деле самочувствие его не важно. У него очень много проблем с речью и проблемы с физическим состоянием. Сам Борис Моисеев уверяет, с ним все в порядке, а концертная деятельность – лучшая панацея от всех болячек. Очень хорошо, что график безумно интересен. График есть график, и ты от него не уйдешь. Не уйдешь, потому что ты любишь публику. Всем завистникам он советует запастись терпением. Его голубая луна еще очень долго не закатится с небосклона российской эстрады. Татьяна Якушенкова, Василий Алешин, Николай Кузьменко, Ньюсблок, МТВ.